Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 4 на странице 47 учебника математики для первого класса автора Дорофеева. На какие части можно разбить множество домашних животных, изображенных на рисунке? Дай название каждой части. Первое множество – это множество кошек. Второе множество – рыбки. Третье множество – это собаки. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.